Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Черная акула 2 на канале ДКС. Продолжаем проходить кампанию. Сейчас посмотрим, что нам там нужно будет сделать по задачам. Я дальше не играл после последнего ролика. И не смотрел. Так, а почему планировщик? Блин, экскорт, подожди, не то. А подожди, тут экскорт ночью, что ли? Что-то я ничего не понял, стой. Так, в соответствии с планом ротации, это у нас тут... Нет, это мы выполняли, ладно, все, короче, поехали. Далее. Укрепрайон. Так, сегодня утром специальное подразделение внутренних войск столкнулось с ожесточенным сопротивлением незаконных вооруженных формирований при подходе к горному аулу Красный Карачай, расположенному в ущелье реки Аксаут. Первая попытка штурма аула провалилась. Наши потери 2 БТР, 15 человек убитыми. Как выяснилось, к 10 часам сепаратисты заранее провели инженерную подготовку. Возвели несколько долговременных огневых точек. Они построили систему коммуникаций, что позволило им организовать грамотную оборону аула. Боестолкновения на окраине аула не прекращаются с 6 часов утра. Командование приняло решение применить ударные вертолеты для уничтожения огневых точек укрепрайона. Для этого был выведен передовой авиационный наводчик ПАН, который при взаимодействии с командиром частей внутренних войск даст целеуказание вертолетам армейской авиации. То есть по целеуказанию сегодня будем работать, да, я так понимаю. Готовность к вылету 14.30, взлет 15.00. Барометрическая высота полета 1400-2100. Так, 12 птурвихрь, 2 блока нар и пушка. При пересечении горного хребта между ущельями рек Тиберда и Аксаут соблюдать осмотрительность из-за сильно ограниченной видимости в сплошной облачности с нижней кромкой на высоте 2 километра. Быть предельно внимательными в районе боевых действий. Есть вероятность наличия у боевиков вольных средств ПВО и ПЗРК. Так, в горных условиях следует обратить особое внимание на ухудшение динамических характеристик полета. Понятно. Гроза, ну у нас бункер, а там, да, нужно будет разносить. А что у нас по оружию? Вихрей, сколько нам дали? Поехали, посмотрим, попробуем. Попробуем поработать. Так, высота. Ну, 1500, грубо говоря, 2, да, барометрическая.
Вторую, я так понимаю, у нас будут внешние подвески по 6 с каждой стороны. По 6 с каждой, да? Так, автопилот мы пока отключим. Канал направления тоже выключим. Далее давление у нас параметрическое. И по маршруту мы пойдем по ЛЗП. Да, вот у нас 40 наров на внутренних и 12 ров на внешних. Хорошо. Пробуем миссию тогда. Блин, на F12 у меня скрины стоят. Так, еще раз, что у нас по каналам? Там крен-тангаж. Высота выключена. Управление тоже выключено. Давай, поехали. Один. А мы без ведомого сегодня или с ведомым? Так, 1800 барометрическая, в принципе, да, 1500-2000 нам сказали держать. Разгоняемся, мируемся. Так, высота включаем, направление, направление тоже. Автопилот у нас подключен.
Да, мы без ведомого, скорее всего. То есть целеуказания нам будут давать. Кто-то светить будет лазерами, я так понимаю. Ну да. Второй молчит. Блин, шасси-то забыл убрать. Ну как-то на вертолете я это непривычно мне, что шасси нужно убирать. Так, мы идем на второй, да, ППМ. И 2 километра у нас до него. И следующий ППМ 13 километров нам нужно будет пролететь. Проходим второй, идем на третий. Высотку чуть поднаберем. Так, ну здесь давай опасную высоту мы поставим, где-то 60. Да, мы нифига не видим от слова совсем.
как говорится, блин, идем на ощупь. Он не идет, Павел ЗП. Ну что мы так? Автопилот колбасит. Так, дядя, пошел ты нахер своим автопилотом. У нас же есть тактическая карта. А вот в этот район куда-то. Так, ну это наши. Туда мы и пойдем. Вообще, по идее, он же должен автоматически был переключить, а он остался на точке на этой и начал вокруг нее летать. Почему? Почему? Ты на пятую пошел. А, вот у нас пятая. У нас пятая последняя, что ли, здесь? Там ТГТ. Так, ладно.
Иди ты нафиг, короче. Убивай меня с толку тогда. Да, если мне цели указания дадут. Так, давай главный тогда пока подключим. На всякий пожарный. Я так понимаю, что вон там у нас как раз таки эти доты и стоят. Вампов, это первый, вас наблюдаю, на связи Гром 5. У нас тут почти война, видите перестрелку у Карача? Утром потеряли штурмовой взвод. Там у духов три доты, все подходы прострелили. Теперь все зависит от вас, как только подавите доты, пойдут наши. Допустим. Я ни хрена не вижу. Два полсотни первого, принимайте СУ. На северной стороне АУ с двух сторон ближе к нам расположены два мощных железобетонных дота. У въезда в АУ по центральной дороге стоит еще один, похожий на коробку. Смотрите по трассерам, работайте турами по всем трем. Это я, блин, а ты не можешь мне сюда их передать? Не можешь, да? То есть это вот это все твое хваленое целеуказание вот такое вот. Ну спасибо, блядь. Давай мы тогда попробуем снизиться, сейчас уйти. Я хочу уйти с этого, блядь, облачности. Так, канал высоты у меня стоит. Включаем этот канал высоты. Давай посмотрим, может, что и увидим. Да ни хера мы не увидим из-за облачности. Как мы тут можем что-то увидеть? Нам да, нам снижаться нужно. Я просто пока вот, допустим, он мне тут говорит, да, я бок не вижу, или вижу. Ну-ка, увеличь ко мне. Так, один есть, я один вижу.
лазерный дальномер. Да. Туда. Можно автодоворот на цель включить. Блин, а это тогда придется автопилот включить. Ладно, я так. Надо двойные пуски. Одним он не возьмет. Так, погоди, еще одну. Санбокс. Уничтожим, да? Санбокс, первый. Наблюдаю поражение правого дота. Уничтожим. Так, хорошо. Нам сказали, еще там кто-то есть. Вот он еще один, да? Так, захват. Пуск парный нам нужен. Так, это короткий, это длинный. Это должен быть парный пуск. Тут, блин, яркость такая херовая. Плохо видно, блин. Этот аппарат. Так, поехали. Размещаем метку. Кругом встреливания. Пуск. Почему одна там входит? Должно же две вроде выходить. Или вышло две? А нет, вышло походу одна. Нет, по две идет. Надо дольше держать. Это отлично, должен... левый дот горит. Уничтожим. Теперь нам нужно где-то третий найти. Так, давай поближе посмотрим. Тут домики, домики. Не вижу никого. Это еще один собака. Да, автодоворот на цель у меня теперь работает. Я не вижу, я вижу только, блин, это не могу понять, что такое.
Оно не захватывает. Вот один дот уничтожен. Второй уничтожен. А тут деревня уже заканчивается. Так, пока ищем. Автодоворот уберем. Шать будет. Так, только надо оттренироваться. Вот коробочка стоит, ну-ка. Захват. Автодоворот на цель. Парный пуск. На 61%. Попал в коробку, молодец. Уничтожено. Пошли, пошли, пошли. Так, а ну-ка. Два поста первые, наши пошли. Подержите огнем по возможности. Попробуем, только если... внимательно, в ауле, похоже, ЗУшка работает. ЗУшка, ты бы мне бы показал, где она, чтоб я ее уничтожил. Так, а ну-ка стоять. Вот это что за хрен тут стоит на крыше? С нарами попробую. Полетят они. Ну, в принципе, с четырех-то должны дойти. Ну, просто насколько точно. И вообще не точно, блядь. А знаешь почему? Я знаю почему. У нас сзади на панели не переключено на нары. У нас на птурах стоит. Ух ты, блядь, а я тут не помню, как, ну, в какое положение нужно этот галетник. Нары 3, по-моему. Этого я как раз таки не запоминал, а надо бы. Значит, не три. Куда-то бьет в другое место. Так, ладно. Ладно, как говорится. Там автодоворот, да, еще стоит.
Высота Калининградского направления. Так, направление нафиг. Вот это мне, конечно, вообще бесит. Переключаешься между режимами, я имею в виду автопилот, и все, его, блядь, так нахуй колбасит, начинает. Блин, пацаны, говорит, поддержите огнем, я пока тут вообще ничего не вижу. Ушка, не за ушко. Ну, техника была, вот я бы по технике бы отработал. Ну, что мне работать, по чувакам? Это кто у нас? Ну-ка, давай попробуем на пулемет переключиться сейчас. Просто мы сейчас, если эту ЗУшку проэтываем, нас грохнут нахрен. Нам бы того хера с крыши. По-моему, там хер на крыше стоит как раз таки с... Техника идет. Или это наши, блядь? Наземная, подвижная. Опять же, я хрен его знаю. Вдруг это наши сейчас там будут. Я не могу понять, кто это работает. Наши, не наши, блядь. Пульнуть по нему, что ли? Вопрос на первый. Спасибо за работу. Нет, это наши прошли, да? То есть задача была только дотой, короче, уничтожить, по сути. Миссия выполнена успешно, а дальше уже наши зашли туда, в деревню. Точнее, в населенный пункт.
Поддержите огнем. Ну, слушай, я бы поддержал, но я, если честно, даже не понимал. Это, видимо, уже вон мертвяки валяются. Так, весеннее отключаем. Автовесеннее, блин. Канал направления включить. Пошли набирать высоту. На аэродром пойдем. Так, главный тоже выключаем. И надо уже это теперь учить вот эту вот панель, вот этот вот галетник, кто там за что отвечает, потому как иначе баллистика как бы работает таким образом, что если у тебя выбраны нары и ты стреляешь нарами, то баллистика, естественно, рассчитывается как бы правильно. А если ты выберешь что-то другое, там какие-нибудь бомбы либо, блядь, птуры, то они уже в цель не полетят. Так, ну я, наверное, могу и на этой высоте пройти, потому что неохота сильно далеко мне туда забираться. Облака. Смотри экран. Так, сейчас мы тут попробуем пролезть между это, между горами. Получится у нас. Скорее всего, нет. Придется нам вот эту горку дать. И КППМ, нам нужен аэропорт. Смотри экран.
Ладно, пойдем за облака. Мы тут ничего не видим. Сейчас найдем какую-нибудь горочку, блядь. Километров, да? 15 же осталось порта, да? 15 километров. Давай пойдем разгоняемся. Я думаю, что потихонечку можно начинать движение. А можно вот так назвать, потихонечку. Так, у нас директор, наверное, включено управление. Так, на директор, наверное, перейдем. Управление высота отключено. Тормозимся заодно.
Так, шасси вышли, три зеленые горят. Да ёб твою мать, расколбас пошел опять. Да, блядь, с посадкой пока что беда. Причем, понимаешь, он же сел. Он не встает на стояночной никуда. Я вот зажимаю тормоз. Рожь тут, блядь, тяну на себя, короче. Он просто катится, блядь. Видишь, что делает? Я не знаю, почему он так катается-то сильно. Как будто у него тормозов нету. Короче, я не понимаю, почему пытается очень при посадке. Даже взлетаем, он же не катится. Ну, то есть я немножко ручкой там двигаю там вперед-назад, чтобы мне его удерживать. Он удерживается. Здесь же, блядь, получается, что он ни хрена не удерживает. Я вот тормоза жму, все время прожимаю полностью. Так, а триммер у нас как сбрасывать? Т, да? Ctrl T. Еще постепенно кнопочки запоминаю. Ну и все. Открыли дверь кабины. Выходим. Задача выполнена. Может быть, не на все 100, как бы, да. Поддержать надо было все-таки наших ребят там. Положить этих человечков. Блин, с вертолета по человечкам. Я думаю, что все-таки вертолет, наверное, предназначен, чтобы стрелять по тебе. Три птура слева осталось. И два справа еще. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.